знаете, вот мы говорим любовь, это настолько всеобъемлющее чувство. Ведь любовь не только между мужчиной и женщиной, любовь вообще к своему дому, к городу, к стране и вообще ко всей планете, на которой мы с вами живем. Это все любовь. Вот о какой любви мы говорим, во-первых. Но, конечно, когда мы говорим любовь, первое, что это между мужчиной и женщиной, то, что дает продолжение жизни. Для меня любовь – это работа. Почему? Потому что в любви есть несколько этапов. Есть знакомство, первые впечатления, какое-то очарование. Это все прекрасно здесь. А дальше отношения начинают углубляться, да? И дальше, как человек раскрывается, и тот, с кем ты открываешься. И вот здесь, и следующие этапы, да? Когда уже люди хорошо друг друга знают, и все. И вот каждый этап требует определенной работы твоей духовной. Почему я говорю работа? Не копать, а именно работа твоей души. Тебе может не нравиться какие-то вещи, вдруг открывшиеся в твоем любимом, да? Но ты другая, а он такой. Значит, как это все совмещать? Это труд, это деликатность. Но основное – это преданность и уверенность в том, что тебя не предадут. И честность в отношениях – это очень важно, потому что обман, он-то всегда, как бы человек не скрывал, все равно обман вылезает. И вот здесь наступает самое страшное – предательство и разочарование, которое может сыграть с человеком злую шутку. Поэтому надо быть очень внимательным, когда начинаются отношения. И это очень ответственно. Так я думаю.